Пуэрториканские амазоны с ярким зеленым оперением – редкое зрелище. На грани вымирания эти птицы оказались еще в прошлом веке. А мощнейший ураган Мария, обрушившийся на Пуэрто-Рико в прошлом году, уничтожил в дикой природе более половины популяции этих попугаев. До ураганов Ирма и Мария в лесах Эль-Юнка жили примерно 65 попугаев. Выжили только два. В Утуада насчитывалось от 134 до 150 птиц. Теперь их не более 100. Пуэрториканские биологи последние несколько десятилетий разводят редких попугаев в питомниках. Один из них находится в заповеднике Эль-Юнг. Сейчас здесь живут более 460 птиц. Но после урагана Мария их перестали выпускать в дикую природу. Причина в том, что стихия уничтожила в заповеднике много деревьев, и попугаи потеряли среду обитания. Специалисты выясняют, какой урон нанесен лесу. К концу ноября они составят подробную карту и решат, где посадить новые деревья. Причем выбирать будут более приспособленные к ураганам. Я уверен, что у нас есть достаточно специалистов, знаний, технологий и желания для того, чтобы быстро вернуть этот вид в дикую природу. Первую партию из 20 амазонов планируют выпустить в следующем году. Но прежде ученым предстоит подготовить питомцев к самостоятельному выживанию. Для этого на месяц к ним поселят диких попугаев. У нас были случаи, когда выпущенные попугаи возвращались. Так что роль диких птиц очень важна. Они научат других жить на свободе, научат защищаться и искать пищу. Пуэрториканские амазоны обитают только на острове Пуэрто-Рико. Они живут в горах, влажных лесах и в пальмовых рощах.